Слушаю, сеньор, что вам угодно? Здравствуйте, я хотел бы поговорить с сеньорой Эммой. Мне очень жаль, но сеньоры нет. Я могу подождать. Я не знаю, когда она вернется. Хорошо, я зайду в другой раз, спасибо. Может, ей что-нибудь передать? Нет, спасибо. Как вас зовут? Нет, я зайду в другой раз, большое спасибо. Тебе одиноко, не правда ли? Моника хороший друг, настоящий. Она любит меня. Она поможет тебе. Сейчас, когда ты выздоравливаешь, она станет опорой для тебя. Она любит тебя, и я тоже. Я очень люблю Аниту. Все будет хорошо, вот увидишь. Ты понемногу поправляешься, скоро ты будешь вспоминать все это как какой-то дурной сон. Если честно, ваш звонок удивил меня. Почему? Неужели ты думаешь, что когда я узнаю, что выкинула Эмма, я буду сидеть сложа руки? Не знаю, дон Амброзио. Просто с каждым днем я все больше отдаляюсь от тех, кто окружал Сезаро Августо. Они мне совершенно чужие. Совершенно. Это нехорошо, Патрисия. Ты же знаешь, что я очень тебя люблю, и ты можешь на меня положиться. Дон Амброзио, я ни на кого больше не могу полагаться. Эмма совсем уже сошла с ума. Она всегда была очень хитрая и из всего старалась извлечь выгоду. Кроме того, она еще и своенравная. Мне кажется, что в последнее время она совершенно голову потеряла. Не вините ее одну. Не у нее одной в вашей семье не все в порядке с головой. Вот, прочтите этот факс. Патрисия, взгляни здраво. Приятельница сообщает о том, как поправляется ее больная дочь. Вот и все. Мы, женщины, умеем читать между строк. Это всего лишь предположение. Ничто здесь не указывает на то, что ты себе вообразила. Вы действительно ничего не знаете? Вы не знаете эту Монику? Да нет, конечно, я никогда о ней ничего не слышал. Входи, Рубен. Простите. Познакомьтесь с моим племянником. Рубен, это дон Амброзио, отец Сезаро Августо. Очень приятно, сеньор. Мне тоже. С вашего позволения. Конечно. С вашего позволения, сеньор. Ради бога, Патрисия, не расстраивайся. Меня словно предали. Я чувствую себя оскорбленной, униженной. Сезаро Августо вовсе не тот, за кого я его принимала. И мне больно это осознавать. Надеюсь, вы меня понимаете? Конечно. Я все понимаю. Но я хочу, чтобы ты знала, что во всем можешь положиться на меня. Если тебе что-нибудь потребуется, деньги, все что угодно, я всегда готов тебе помочь. Если тебе потребуется рекомендация при поступлении на работу, я в твоем распоряжении. Не думайте, что я неблагодарная, дон Амброзио.
Но сейчас мне нужно совсем другое. Сейчас мне нужно знать, за что мир вдруг так ополчился на меня. Почему все мои мечты, радость и любовь вдруг превратились в страдания, несчастье, неудачи. Почему? Дядя Сезар Августо! Привет, Анита! Как ты? Привет! Как ты себя чувствуешь? Мне было очень грустно. А куда вы пропали? Вы несколько дней не приходили ко мне. Мы никогда тебя не бросим. Мы тоже соскучились. Мамочка, где мой рисунок? Сейчас, любовь моя. Держи. Вот. Это я нарисовала для тебя. Да. Пойдем поиграем в прятки. И ты с нами, мамочка. Пойдем. Ты водишь. Хорошо. Один, два, три, четыре. Этот юноша, о котором ты вчера говорил, у которого нет денег, чтобы вступить в клуб, как его зовут? Рубен Солис Фиорес. И он действительно хорошо играет? Гораздо лучше, чем все остальные здесь, в его возрасте. У парня настоящий талант, и кроме того, у него есть желание. Он просто без ума от тенниса. Поэтому и собирает здесь мячи, чтобы быть поближе к предмету своего обожания. Значит, надо помочь парню. Я не представляю, как. Сеньор Линарес — один из совладельцев клуба. Он не разрешил принять его в качестве ассоциативного члена. Зачем нам связываться с этим занудой Линаресом? Нет, я заплачу за него вступительный взнос. И за несколько месяцев вперед тоже. Правда? Да, но с одним условием. Перес, он не должен знать, кто его благодетель. Договорились? Сандра? Сандра, как дела? Все хорошо, Эмма? У меня новости насчет завещания. Будем скрывать? Это не так быстро, но судья, который будет принимать решение насчет завещания, мой приятель. Добрый день, сеньор. Опаздываешь, Рубен? Извините. Дело в том, что я собираюсь увольняться. Я хочу быть теннисистом, а не мячи подбирать. Чтобы добиться желаемого, нужно бороться до последнего, не забывай это. Да, но когда что-то невозможно, нужно просто смириться с этим. У меня нет денег, чтобы заниматься таким дорогим спортом. Сегодня судьба повернулась к тебе лицом, приятель. Оказывается, у тебя есть ангел-хранитель. О чем вы? Да, некто только что заплатил за тебя вступительный взнос и поручил мне купить тебе все необходимое, чтобы ты мог заниматься по-настоящему. Вы серьезно? Теперь я член клуба. Теперь ты член клуба. Пойдем в администрацию. А кто? Кто мой благодетель? Я хочу поблагодарить его. Он поставил одно единственное условие. Ты не должен знать, кто он. Ладно. Пошли. Я хочу, чтобы кто-то объяснил мне. Мне больно думать, что Сезар Августо никогда меня не любил. Не говори так, доченька. Этот факт сведет тебя с ума. Я лично не уверена, это не доказывает, что он изменил тебе с другой. Как вы не понимаете, мама Личи? Это все от бессилия.